конечном итоге мы приходим к одному главному вопросу, с которого нужно начинать. Это кадровый вопрос. У нас не происходит ротация, начиная с уровня руководства, то ну, один раз поменялись руководители за полгода операции при всех недостатках. Это ненормально. Не поменялось руководство на низших, более звеньях. Получается, каждую неделю, что ли, менять? А во время войны так и было, пока не находился человек, который реально решал проблему. А хватит кадров? Кадров у нас таких, а?